всеми сторонами признается необходимость проведения мирных переговоров между Азербайджаном и Нагорным Карабахом. Однако формула этих переговоров у каждой страны своя, которая удовлетворяет больше ее потребностей и взгляд на ситуацию. Для Баку логичной ситуацией выглядит такая, что переговоры проходят между руководством Единого Азербайджана и руководством одного из его регионов, который жил независимо на протяжении нескольких десятилетий, но теперь возвращается в состав Единого Азербайджана. И поэтому они предлагают проводить переговоры в Баку, столице этой страны, на условиях того, что это переговоры не между Арменией и Азербайджаном, а переговоры между Нагорным Карабахом и руководством этой страны. У Нагорного Карабаха, у руководства, естественно, другая концепция, потому что при такой формуле, которую предлагает азербайджанская сторона, они проигрывают и теряют свою субъектность. Им важно эту субъектность сохранить, максимально дистанцироваться от Баку, и сделать это можно только путем привлечения сторонних посредников и при этом проводить эти переговоры на нейтральной территории. Почему каждая сторона предлагает свою формулу, понятно. А второй вопрос, на что они могут рассчитывать, на что ориентироваться, на какие ресурсы. Если Азербайджан может представить в виде своего ресурса это победу в 2020 году на поле боя, а также существующую реальную поддержку со стороны Турции и уже имеющийся военный потенциал у самого Азербайджана, при этом существует некоторая, невозможно ее полностью оценить, поддержки со стороны мусульманских стран, но, в принципе, симпатия, в принципе, по большей части на стороне Азербайджана, за исключением Ирана, которого, явно какие-то существуют геополитические конфликтные отношения с Турцией. А вот со стороны Армении существует очень громкая поддержка со стороны Соединенных Штатов, Франции. Громкая, но бессодержательная, потому что она ограничивается, собственно, только словами. Никакой реальности не представляет собой на земле. Можно понять, что у Нагорного Карабаха, а потенциала не так много, и продавить свою позицию достаточно сложно. Поэтому без посредничества третьей стороны, а именно российских миротворцев, ситуация будет на стороне Азербайджана, и она будет выгодно решаться в пользу Азербайджана. Поэтому руководству Нагорного Карабаха выгодное решение, и стоит его поддерживать, придерживаться. Это наставить на посредничестве российских миротворцев, у которых тоже достаточно сложная ситуация, учитывая то, что Россия очень сильно включена в конфликт с Западом на Украине и не может полностью сосредоточить внимание на вопросе, например, Южного Кавказа. Но в то же самое время фактор России является очень серьезным аргументом на чаше весов, который склоняет ситуацию все-таки в пользу Нагорного Карабаха. Он не позволяет вообще не учесть его мнение этой страны. Но в любом случае, как будет выглядеть ситуация, зависит и от потенциала сторон переговоров, от их ресурсов, и в том числе от их морально-психологического состояния, насколько они настойчиво готовы придерживаться своей позиции, отстаивать свои интересы.